Путешествие второе. Марианская впадина, день первый. Мы находимся посередине Тихого океана на борту российского исследовательского судна «Доктор наук профессор Шварценгольд». С него наш отважный соотечественник Конюх Федоров собирается совершить погружение в Марианскую впадину. Это самая глубокая точка Мирового океана. 11 тысяч метров ниже уровня моря. Скажите, Конюх, а что представляет собой аппарат, в котором вы совершите погружение? Аппарат представляет собой таз. Медный, очень большой. Потом я, вдетый в таз, потом мои ноги, и к ним привязана специальная болванка. Ну, чтобы идти ко дну быстрее. Ага. А как будете решать проблему нехватки кислорода? А чё ж нехватки? Таз же объемный, 20 ведер. Там воздуху знаешь сколько? Сколько? 20 ведер. И я в нем внутри. И дышу. А, простите, а углекислый газ куда? А я в этом путешествии решил его не выделять. А если вы внутри таза, то как же вы будете видеть все, что вокруг? О, а я уже две дырочки в тазу проделал. Через них и буду видеть. Так в них же будет вода заливаться. А я их уже заделал. А как же тогда видеть? Я ж говорю, дырочки проделал. Так вы же их заделали. Конечно, в них же вода заливаться будет. А как же вы будете видеть? Да ты же уже спрашивал. А?